Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о Diablo 3 и в частности о скидках на некоторые продукты из этой серии. Почему на некоторые? Потому что официальной скидочной акции никакой сейчас нет. Следовательно, многие могут спросить, почему такое название у ролика. Потому что компания Blizzard начинает понижать цены на Diablo 3. Давайте я поясню, что вообще я имею в виду. Сейчас перед собой вы видите картинку. Сейчас игроки в магазине компании Blizzard могут купить по цифре 1, это саму оригинальную Diablo 3 за 999 рублей. Это раз. Два. Игроки могут купить аддон к Diablo 3 Reaper of Soul, опять-таки за 999 рублей. Ну и третье, это игроки могут купить DLS к Diablo 3, возвращение некромата. Но обращаю ваше внимание, для того, чтобы работало DLC, то есть чтобы у вас был работающий некромант, вам надо оригинал плюс аддон. Ну и тоже это некроманта мы можем приобрести за 999 рублей. И что касается некроманта, то тут довольно-таки парадоксальный момент. Потому что обычно какие-то игры, ну или же допустим элементы игр, они со временем дешевеют. Ну а сам некромант после его выхода даже еще и подорожал. Так вот, что касается скидок, ну или же понижения цен. Далее вы видите 1 плюс 2, это Battle Chest. То есть сам этот лот включает в себя оригинал плюс аддон, то есть Diablo 3 и Diablo 3 Reaper of Soul. И как видите, он стоит 1799 рублей. Ничего больше сюда не входит. Ни петы, ни крылья, ни флаги. Просто оригинал плюс аддон. Сами видите, в этой ситуации вы экономите 200 рублей. Да, согласен, перспективка не очень. Раньше цена у этого лота была 1999 рублей. Но, дорогие друзья, буквально недавно появился еще и третий лот, который называется Diablo 3 Eternal Collection. Как видите, он стоит 1999 рублей, и он себя включает как оригинал, так аддон, так и некроманта. Ну и тут, если обратить внимание, невооруженным глазом видно, что разница между Eternal Collection, а также Battle Chest составляет всего лишь 200 рублей. Ну и лично я делаю такой вывод, что компания Blizzard своего некроманта оценивает в эти как раз таки 200 рублей. Ну и тем игрокам, кто задумывается о покупке Diablo 3, и, естественно, если им интересно как оригинал, так аддон, так и некромант, то я однозначно советую покупать именно вот эту вот сборку, Eternal Collection. Но я еще раз хочу напомнить о том, что я сказал в начале данного видео, что это еще не скидочная акция. Где-то приблизительно через 1,5–2 месяца компания Blizzard будет, наверное, ее очередной раз устраивать. Следовательно, как первый, так второй, так и третий лот, как в принципе и Battle Chest, ну я думаю Eternal Collection, тоже на них будет скидка. Обычно компания Blizzard цены сбрасывает вдвое. Это значит, что Eternal Collection можно будет купить за 999 рублей. Так что, дорогие зрители, если вы хотели приобрести полную версию Diablo 3, то вам как раз таки сейчас представляется такая возможность. Если, допустим, вам сейчас Diablo 3 не горит и вы хотите подождать и купить ее дешевле, можете, естественно, это делать. Если что, конечно же, как всегда, я, естественно, о скидках сообщу на своем канале. И это пока все новости на текущий день. Что вы, дорогие друзья, думаете о этих действиях со стороны компании Blizzard по поводу урегулирования цен, пишите в комментариях под роликом. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр, ну и желаю удачи, сезона похвалим. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.